Всем привет! Сегодня продолжаем играть в короля. Смотрите, какой второй уровень красивый. Солнце наконец-то появилось. Тучи. Очень красивые, с курицей и ребенка. Сегодня будем играть также с пробелом, если получится. Так. Где-то должен быть ключ. Так, залетаем. Найти фрагмент драгоценного камня в королевских покоях. Так, давайте внимательно смотреть. Смотрите, тренажерный зал. Дартс. Ой, я перепрыгнул. Дартсы, причем он сам свою фотку кидает. Видите? Как будто бы не он один живет. Здесь вообще велотренажер. Это прикол. Так, что у нас здесь? Картины. Сам король. Вот так выглядит. Очень красивая комната. Идем дальше. Резко нажимаете. И дверь не может открыться никак. Так, эти свитки нам не нужны, оказывается. О! Так, что звуки страшные. Он пошел на трон. Вот это да. Ах ты гад. Ну прыгай. Что, меня замочил? У меня пробел почему-то не всегда работает. Так, мне что? А, так просто можно зайти уже. Так, он меня убивает. Пробел работает не всегда. Так, прячемся от короля. Давайте просто его оббежим. Так. Дверь почему-то на нас открывается. Какая-то дверь интересная. О. Ничего нет. Так, вход. О. Тут, видимо, динозавр какой-то. И надо ему мясо бросить. Тут мясо есть? Похоже, что нет. И где я мясо возьму? В принципе, вот. Так, ну вот же мясо. Или его только можно с пола взять. Если я на стол запрыгнул, все, конец. Ладно, давайте в следующую комнату. Может, мясо где-то здесь валяется. Тут ничего нет интересного. Ёкарный бывай. Так, может, мы у короля мясо отнимем? О! Он меня мог увидеть. Он очень долго думает.
перепрыгнуть стену. Не, я так не дойду. А давайте обойдем. Заодно посмотрим, что здесь есть. Может, сразу что-то ценное прихватим. О. Яблоко не съел. Письменный стол. Это мы куда-то уходим уже, да? А, нет. Мы недалеко оказались. Так, вон он. Оббегаем. Закрываемся. Ну, допустим. А. Лифт. Это класс. Так, ну здесь-то уж соседа. Ой. Магнит. И ключ. Здесь-то уж короля, наверное, не будет. Так, шлем, всякие вазы. Картина красивая. Приукрасил тут. Какой-то глиняный горшок, он его сделал синим. Раз. Так, ну это я наугад делаю, не знаю, может здесь по-другому не получится. Так, похоже, неправильно. Ладно, пока не буду делать, я не знаю, наугад получилось. Так, что я мог взять? Ничего, я мог закрыть только дверцы. Нормально, без короля-то здесь ходить. Вообще супер. О, магнит есть. Ой, я все запутался. Так, две головы от входа. Слева голова от входа смотрит на голову справа, а дальняя смотрит на голову, которая будет развернута в стену. Так, это смотрит на голову. О, она правильно. Это смотрит сюда, только его к стене развернуть. Еще раз. Так, король смотрится в зеркало с расческой. Так, и что это мне даст? Король смотрится в зеркало с расческой. Сейчас посмотрим. А, молодцы, вообще классная игра. А, ну как? Я же могу использовать, наверное, ключ или нет? Тут бы тренер сделать, чтобы залететь сюда. Так, нам нужно, видимо, зеркало. Или расческа. Дверь сама открывается. О, смотрите, как прикольно. Так, здесь фигуры ничего не открываются, везде сокровища лежат. Внимательно. Так, я сам себе мешаю. Так. Я зажимаю на Е. Это глюк такой. Очень серьезный глюк. Так, он хоть заметил. Ой, нам предлагают катапультироваться. В
Прикол. Так, ну, давайте на этом опять закончим. По уровню будем проходить, чтобы не часами игру эту проходить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси, всем пока.